Разгрузить Иваново от пробок к осени. С такой целью фактически заново строят сразу несколько дорог в городе. На генерала Хлебникова самые сложные работы уже завершены. Заасфальтировать обещают к середине сентября. В основном переложены уже все коммуникации, которые были в проекте, на 90%. Сейчас вы видите, что с одной стороны благоустроен уже тротуар, осталось положить асфальт, выставлен поребрик. Ведется устройство дорожного полотна. Ремонт улицы Зверева тоже задача непростая. Дороги тут, по сути, и не было. Подрядчик к концу августа отремонтирует участок от переулка Махлевского до улицы 2 Ефимовской. По протяженности это более 1 километра. Улица не из легких, много как бы подземных коммуникаций. Но я думаю, мы с ней справимся. Обеспечим водоотвод, положим как бы щебеночные основания в дорогу и двухслойное асфальтобетонное покрытие. Чиновники предполагают, что улица Зверева станет дублером проспекта Ленина и улицы Кузнецова. По ней смогут объезжать пробки, в час пик легковые автомобили. А вот общественного транспорта улица не предусматривает. Жители вот многоквартирных домов, которые здесь расположены, они, можно сказать, в центре города находились в полной изоляции, потому что вынуждены были в грязи, без электрического света до недавнего времени переходить в центр города. Сегодня мы эту задачу стратегически решаем. Нерешенной пока остается судьба моста на улице Зверева. В этом году планируют разработать проектно-сметную документацию. В следующем году приступят к реконструкции моста. А ремонт дороги продолжат до переулка Слесарного. Но это пока только в планах. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.